В Алматы арестовали директора ТОО «Алматы спецтехпаркинг» Марата Принбекова. Эта компания курирует платные парковки. В его ведении более 7 тысяч мест тротуарного типа. Ранее 14 апреля задержали и директора компании «Алан Паркинг», оператора более 4 тысяч мест Мухтара Базарбаева. Он тоже находится под арестом. Досудебное следствие по делу обоих фигурантов ведут в городском департаменте экономических расследований. Принбекова и Базарбаева подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Рассмотрение данного дела прошло в субботу в следственном суде. И вот в ходе, как это ходатайство поступило, следственный суд рассмотрел и санкционировал арест сроком на 2 месяца в отношении данного лица, которое является на сегодняшний день подозреваемым. Добавлю, первые платные парковки в Алматы появились в 2016 году. С каждым годом их становится все больше. По данным Управления городской мобильности, на сегодня в городе более 11 тысяч платных парковочных мест. Это 15% от всего парковочного пространства мегаполиса.